Костя, а что было? Вы поехали на отдых? Или как это вообще произошло? Возвращались домой. Просто возвращались домой. Это после тех фотографий, когда она позавчера постила, что вы вместе с друзьями и с котом едете на... Нет, это нет? Старый. Вы выехали из Киева когда? Мы вообще не с Киева уехали, но там с другого места. И оказались... Только после вот переезда, собственно. Сколько у вас было в машине? У нас двое. Я сами. Кто за рулем? Я был за рулем. Как вы поняли, что происходит обстрел? Понял, потому что все разлеталось вокруг меня, все, панель, все. Что это было? Это было покушение на вас, на нее, на вас обоих? Наверное, на обоих. Или на меня, не знаю вообще. Мы все на месте, поэтому они знали, что остается в воде. Вы что-то помните еще? С момента, когда вы поняли, что произошел обстрел? И попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался... показать первую помощь там. Ну, ей в голову попали, так что там. Сразу. Да. Вы ранены не сильно. Нет. Вы связываетесь с тем покушением, которое было на вас лично? Конечно, это продолжение. Это... То есть это российский след? То есть. Это то же самое, это звенья одна из цепи, то, что на Масейчука, там, здесь действует террористическая какая-то группировка, которая как бы... Вы на сегодняшний день, на данный момент чувствуете угрозу своей собственной жизни? На данный момент не чувствую. Спасибо вам.